В стране с 11 июля вступает в силу обновленный закон о гражданстве. Теперь станет обязательным принятие присяги. В случае несогласия вводятся дополнительные основания. Кроме того, будут внедряться специальные тесты на знание одного из государственных языков. Сдавать их придется в письменном виде, чтобы исключить коррупционные схемы. МАЗ работает с 37 российскими заводами-партнерами и присутствует практически во всех регионах союзного государства. Всего в этом году будет поставлено около 4000 единиц техники под совместные программы. Напомним, экспорт белорусских промышленных предприятий в страну-соседку по итогам 2022 увеличился на 50%, в Китае – на 70%. БРСМ в этом году впервые дает старт медицинскому трудовому проекту. Он объединит около 50 студентов и учащихся профильных учреждений образования из Беларуси и России. Массово студенческие отряды приступят к работе с июля после сдачи летней экзаменационной сессии. В планах на этот год трудоустроить не менее 43 тысяч человек. В Могилевской области начинается уборочная кампания. Ежедневно правоохранители выезжают в районы для мониторинга агропромышленных комплексов. Сотрудники следят за исправностью сельхозтехники. Также под контролем сохранность зерна, целевое использование топлива, средств, которые выделяются на закупку и ремонт комбайнов и прицепов. Международный пленэр по керамике «Арт Жижель» стартует 12 июля. Тема этого года – культура и искусство в исторических фактах, личностях и событиях. Художникам-керамистам предстоит продемонстрировать все свое мастерство. В один из последних вечеров состоится шоу «Обжиг. Огненная скульптура». Завершится программа 29 числа.